закончились! Да не успели! Вас ждет! Он хочет сорвать мост! Остановить этот чертов грузовик! Мост не выдержит! Пошли, пошли, пошли! Он сейчас рухнет! Уходите оттуда! На связи по 5! Мы попали под обстрелы моста! Координаты 244-352! Запрашиваем поддержку вертолетов! Прием! Мы пытаемся тебя. Возможно, местные лоялисты придут вам на помощь. Точно сейчас сказать не можем. Не теряйте надежды. Конец связи. Ничего, придурок! Говорит сержант Комаров. Я так понимаю, вам не помешает помощь. Чертовски рад слышать тебя, дружище! Ждите, мы почти на месте. Расчетное время прибытия 3 минуты. Конец связи. Сегодня официально подтвердило, что в Центральной России проводились ядерные испытания. Несмотря на то, что лидеры других стран выразили свой протест против подобных действий, российские власти настаивают, что испытания проводятся с учетом всех требований ООН. Представители партии сепаратистов пока не комментировали данную ситуацию, но уже появились слухи о возможном начале борьбы за власть. И другие новости. Поиски корабля, пропавшего в Баренцевом море после бури, решено прекратить.
Скорректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Установить радиус сканирования.